Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я вам покажу фильм, который я сделала всего лишь 3 июня, два дня, как когда приехала на дачу. И я навожу здесь порядок и жду гостю Олю, которая ухаживала за моей мамой последние 2 года. Плохо видно, но, по-моему, это Дулево. Здесь еще на полочках пока ничего нету, картин нету. Все мою, привожу в порядок. И сейчас буду расставлять свою красоту. Винтажное блюдо 50-х, 60-х годов, я думаю. Многие-то помнят такие блюда. Винтажный кувшин и чашечки винтажные тоже где-то этих же годов. И я тоже их купила на блошином рынке в Александрове. Поднос жостовский. Старый тоже кувшин глиняный. Вот эта полочка, тоже вот эти все вещи я купила на блошином рынке в Александрове. Ну, вот это я вам уже говорила, сама сделала. И верхняя полка. Тоже последний штоф, который тоже там купила. Вот, порядок навела. Теперь можно ждать гостей. Мы здесь часто сидим. И я жду. Жду гостью. Приехала Ольга, моя старая приятельница, в гости. Мы с ней не видели. Сколько мы не виделись? 11 лет. 11 лет. Из Ростова. На Дону. На Дону, да. И как у вас там дела? Вы довольны, что здесь? Здесь в свое время сколько вы у нас? 2 года здесь были, да, жили? Конечно, очень довольна. Я давно тут не была. Конечно, что-то изменилось, кажется. Но вообще прелесть. Как была тут прелесть. Лес смешанный, воздух чистый. Красота, одним словом. И воздух такой, да, пьянящий. Но у нас Владимирская область все-таки далеко от Москвы, у нас очень пьянящий воздух. Вот, ну, изменения увидите за 11 лет? Ну, пока еще не видела, вроде все так же. Только вошли. Растения подросли, вот деревья выше стали. Ну, у меня участок чем интересен? Во-первых, он сделан в стиле шабишик, а во-вторых, чем интересен? Тем, что забор у меня как был, вы помните, сетка осталась, но это самое, как называется, деревья настолько плотной стеной и кустарники, что я летом могу ходить голым, никто не увидит. Просто у нас, хотя 4, да, хотя 4. Делаю для гостей свой любимый салат, который рецепт мне еще перешел от моей бабушки, с лососем, ну или с горбушей. Вот у меня баночка горбуши. Горбушу я уже сюда сделала. Яичко на мелкой терке потерла. Сейчас буду на мелкой терке морковку резать. И нам останется еще лук, который нужно обязательно обдать кипяточком репчатый, и майонез, и заправлять в несколько слоев. Я вам покажу, как я это буду делать. Вот вареную морковку я тоже потерла на терочке, и теперь будем все это смешивать. А еще нужно лук репчатый нарезать и ошпарить кипяточком.
затем яичко. Затем лучок. Ошпаренный добавить. Но я особо майонез не использую. Так, слегка для вкуса. И уже можно рыбку класть. Можно рыбку класть. Распределяю ее тоже. И опять морковку слоями. В конце получился такой салат с двумя грибочками.